Всем здравствуйте, с вами Стокер. Это очередное объявление. Я вам хочу сообщить, вы видели на моем канале распаковку Sony PlayStation 2 Slim версии. Также будет вскоре обзор на нее, ну и потом будут игры. Так что смотрите, вскоре я это сделаю. Также я еще хотел вам сказать то, что у меня... Ну, вы знаете, уже давно появился кошелек, и я сделал несколько валют. Это рубли, гривны и доллары. Будут они написаны внизу, так что скидывайте деньги, сколько кому не жалко. Я куплю себе что-нибудь, только такое, то, что буду, конечно же, делать на него обзоры. Вот, допустим, я себе хочу купить планшет, так что, может быть, я на него сделаю и... обзор. Ну и также на игры это приложение буду делать. Кстати, да, раз я уже заговорил о планшете, то хочу вам сказать, напишите мне в комментариях, какой можно сайт, такой какой-нибудь интересный, да, где можно приобрести себе, ну вообще там мобильные телефоны, там компьютеры, планшеты. Хочу себе вообще планшет. Да, и посоветуйте, какой ну, во-первых, сайт, там, где можно покупать обычно, ну, так вот, да. Ну, и не только обычно, еще и через WebMoney. Ну, больше обычно так вот, да, заказал и все. Но если лучше, то WebMoney. Потому что все-таки китайский планшет, все-таки я больше, ну, склоняюсь. Это, да. И второе. Посоветуйте мне какой-нибудь китайский тогда уж планшет плюс еще, чтобы был первый, самый-самый дешевый, четырехъядерный, держал зарядку где-то около 80 часов, ну и плюс еще у него производительность хотя бы средняя была, чтобы можно было играть самые новые игры. Ну и на него я сделаю тогда обзор и буду делать на игры-то приложение. Ну вот так вот, так что ждите новых видео, ссылочка будет внизу моих кошельков, скидывайте мне деньги, также скидывайте в описании сайт какой, где можно покупать все. Ну и с вами был Стокер, ждите новых видео, пока!